здесь осколки, которые его убили. Это находилось в его теле. 10-копеечная монета. Монета, пара ампул аммиачного спирта и смертный медальон с личными данными. Нуруддин Бадретдинов, деревня Мурали, Арский район ТАССР. Так и разыскали родных. Его личные вещи. Внучка деда никогда не видела. 32-летний Нуруддин Бадретдинов ушел из Арского райвоенкомата в 41-м. Дальше никаких вестей. Никакой похоронки. Догадки были разные, потому что без вести пропало и все. Вот слава богу, поисковики его нашли. Земной им поклон. Нашли и рассказали, что же случилось с солдатом. Вручают сегодня и награду. Копию медали за оборону Ленинграда. Останки бойца нашли в 30 километрах от блокадного города. Он погиб в бою. Его нашли на Невском пятачке, практически на передней линии. То есть он шел в атаку, скорее всего, и был убит осколками снаряда. За прошлый год в Татарстан вернули 4 наших земляков. Нынешний поисковый сезон только начался, и Нуруддин Бадретдинов первый. Сотни солдат еще лежат на полях сражений. В этом году было поднято уже, по предварительным данным, 395 человек бойцов, которые погибли в годы войны. У нас из Татарстана выезжало 38 поисковых отрядов от Волгограда до Карелии. Похоронят Нуруддина Бадретдинова в деревне Мурали, рядом с женой, которую он больше так и не обнял. Лина Зинатольевна, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань.